Привет. Неплохая квартирка. Можно с тобой поговорить? Да. Я рада, что ты зашел. Когда живешь с Брук, никогда не знаешь, кто может зайти. Послушай, я тут подумал о нас, о том, что нам делать. Бумаги об аннулировании брака у меня, но если мы подпишем их, это будет означать, что нашего брака не было, а это ложь. Нам было хорошо вместе, Хелли. Я не хочу притворяться, что это не так. Нет уж. Так что вместо аннулирования я подумал о разводе. По закону мы должны год прожить раздельно. Что ты хочешь сказать? Я не понимаю. Думаю, тогда мы посмотрим, что будет. Тогда и посмотрим. Нейтан, я люблю тебя. Думаю, через год у нас все получится. Все будет хорошо. Может быть, а может и нет. Посмотрим.